Больше предприятий, больше возможностей. В Ульяновской области продолжает развиваться промышленность. На заседании Совета по иностранным инвестициям стало известно о новых единицах нашей индустрии. В сентябре этого года в портовой особой экономической зоне появится завод по производству систем импульсного пожаротушения. Российский завод с немецкими корнями будет выпускать уникальное для России оборудование. С его помощью будет возможно тушить электротехнические возгорания без обесточивания. Инвестор принесет не только технологии, рабочие места и миллионы обеспечены. Управление уже утвердило порядка 50 миллионов рублей инвестиций. Мы планируем создать более 20 высокотехнологичных рабочих мест. Это в первую очередь инженеры-технологи, механики-пневматики, гидравлики, ну и, соответственно, специалисты по продажам, по маркетингу. Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с новым иностранным инвестором. Несмотря на пандемию, Россия соскучилась по общению, Россия соскучилась и Ульяновская область, в частности, по привлечению крупных инвесторов из Российской Федерации и из зарубежных стран. И мы к этому готовы. С отечественным производителем инвестором нас также познакомили. На месте бывшего электромаша в апреле запустят предприятие по производству гофрокартона и упаковки. Завод «Архбум» будет производить 192 миллиона квадратных метров гофрокартона в год. Логистика поставок гофропродукции охватывает радиус порядка 700 километров. Я думаю, что все предприятия, расположенные в этом радиусе, и будут нашими клиентами. Руководители индустриала обещают позаботиться об окружающей территории. 150 миллионов рублей вложат в ремонт путей сообщения, благоустройство дворов и реставрацию жилого фонда. Появятся и новые рабочие места. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Новости Управды ТВ.